Всем привет! Сегодня я иду назад с речки. Так, вот смотрите, что у нас тут. На золотом пляже. Вот Бодя. Это разве золотой пляж? Да, мы в нем купались. Нет, втроем купались. Ладно. Да. Да. Мы идем. Так. Ничего не изменилось, почишу. Поздравляю. Кроме песка. Рождения. Крепкого здоровья. Успехов. Хай все лучшее приумножается, только что хорошее. Поганого не надо. Какие-то смешинки. Всего, короче, всего самого лучшего. Ну, так, ребят. Тетя вот. Катя, да, дело в том, вот идем мы тут уже на речку не разу не были еще. А сегодня ж погода. Сегодня ж... Так, ну, будет. Сейчас мы идем, значит, ребята. А я на работу. На автобус я сниму. Я потом. Кто дома? Вторую серию сниму, наверное, так, про то, что я иду в автобусе. Или эту серию сниму. Вот. А, хлопцы, так. А я же на работе. А хлопцы что? Так. Так мы только с пляжа идем. Мы только с пляжа идем. Целый день это там просидели. Такая красота. Позагорали. А вы уже дома? Так. А как вы Ба-нож какой-то. Смотри, ребята, читайте. Вот, видите, все. Снял. Так, идем тем обратно. Так. Тут девка на меня так смотрит, думает, что я делаю. Потому что она еще маленькая. Так. Понимаю, что я видео снимаю. Пипец, вообще полно. Так. Ну, продолжаем пока шути. Так, вот. Скалы мы уходим. Уже. Отлично. Обратно читайте. Так, все, прочитали. Так. Теперь. Видите, она смотрит. Смотри, что я делаю. Ну так, ребята. Мы уже почти дошли. Я снялся только. Хотя не почти. Снялся только 2 минуты. Уже сейчас 3 будет. Так, короче, ладно. Эта серия не очень быстро. Не очень долго будет идти. Ну так, нормально. Так. Так. Идем. Обратно идем. Боля, ты что скажешь на этот репортаж? Мистер Богданович, мэр города, давайте что-то говорите в рекламе, суперрекламе. А, суперреклама. Что я отсюда, Богданович? Пейте всегда. Лимончиком на выбор. От 3 до 10. И отравление туда тоже кидают, я нет, думаю. Нет, 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 кидают только якость не чаи. А кидают якость не чаи, и вместо лимона туда 3 ложки соли, да? Нет. И размешивают. Нет, 3 ложки сахара. 3 ложки лимон. Соли? Нет. Вместо сахара, я думаю, соль ты туда ложишь. Катя звонила, поздравляла, уже думаю, не буду днем звонить или утром, думаю, позанят. Так, ребята, сейчас. Как вы заказываете игрушки с Витбузяновича? Самые качественные игрушки, которые будут 50% работать, 50% не работать. Посмотрите, покажи Боди свою шляпу. Не, вот эту. Вот, смотрите, там наступил. Видите? Давай, так, те ребята, я же говорил, веселая серия там будет. Богдан, вот там вот больше травы, вот там. Так, машинка тут стоит. Вот так вот и вытирается, давай. Да. А Никита не снимает в интернете. А мы только с пляжа. Попарался. Попарацци, я только твое камно на этом, на шлёпанцах снял. Я ни в шо не вступил? Да не, ни в шо. Я не вступил. Ну шо ж, ребят, еще подождем.
Будем просто идти. Собака идет. Сидя бежит. Блин, уже не бежит. А тогда я бежала. Блин. Ой, ты скоро. Уже хочет посмотреть на твою ногу чистенькую. О, как! Так все вытерся будет? Нет. Но не вытирается. Да, но не вытирается у него. У него ничего не вытирается. Потому что надо под ноги смотреть, а не выйти в говно всякое. Я Никита заставила ему на камеру. Покажи. Уже можно вытерся? Да вытерся уже, пошли. Да? Ну, идемте. Видео. Так, мы вытерся, уже вытерся. Всё, продолжаем идти. Там стоит какая-то... Он шлёпанцы нормально, глёпцы в шлёпанцы ходят, хорошие шлёпанцы, ты знаешь. Так, он идёт сейчас. Он нормально. Идти мин. Так, всё. Собака бежит. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ну ничего, смажем. Я ж купила мазь, он сомневается. О, гонит, ребята, смотрите. Во. Можно будет сюда приходить, базу строить. Может быть, обратно матюк столько хозяйка скажу. Да? Да. Хорошо, что по телефоне не услышу. А прикинь, я слышу, там вы прослушиваете, я тебе скажу на каком моменте, так можно это. Ну, я тебя домотаю до туда, где это было этот момент, короче, и послушаем. Если что, это не я, не он, не она. Это, короче, дядька вот этот красный или зеленый. Видишь? Покажи. Вот смотрите. Вонючек. Вот я приблизил даже. Да вонючек, говное. Да. Какие продают челёкс, такой же самый, как у Богданыча, только три ложки соли вместо сахара. И это вместо лимончика три ложки отравы для крыс. Три ложки и муравьёв. Да, три ложки муравьёв. Невидимых муравьёв таких, типа. Да, и потом они пьют такие у них муравьи. О, полиция едет, по-моему. Проверять он, смотрите, ребят, полиция едет. Так. Такой, я только видео снимаю. Тут же не написано, запрещено снимать. О, смотрите. Чё? Да? Да, надо будет, там проверяли без штуки. Да, кто не знает, спиннер с ртутью. Обычно бывает. Да. Воняет, чем озеро. Ну, покупайте в этом, как он, в Союзе, там проверяли без ртути. Я у папы, короче, попрошу, может, он купит. Кстати, я куплю подставку для телефона прочную, поставлю на велик, типа, и буду снимать. Великс. Поставлю на великс. Я куплю такой, типа, телефон с камерой, чтобы пам, было видно. Пам-пам. Я хочу светящийся, он такой крутой. Спиннер? Да, он светится. Ну, да. Раскручиваешь, включаешь светёлку, это круто. Бодя, а вот тот чувак, который, типа, паркурит Гаррис Моди и... всякие истории рассказывает, то у него столько подписчиков. Да. Сними, вот если у тебя сейчас закончатся минуты, сними, короче, как я еду домой с Золотого пляжа, первая часть и вторая. Хорошо. И напиши, кормим уток еще, ну то видео, которое снял. Да, если вы не смотрели видео, кормим уток, то обязательно посмотрите. Да? Угу. Должно где-то быть. И написано, кормим уток. Да? Ага. И мы отлично. Сейчас мы идем, короче, на маршрут. Оно будет, ребята, кормим уток, такое видео будет. Да, видео так называется. Он там пикник устроили возле болота, как тут там не воняет.
купила, и колбасу купила, да. И сыр купила, и хлеб купила, и воду купила. Смотри, я, кстати, шо, кто у нас там? О, там много чуваков, кстати. Так, ну вот мы проходим возле какой-то квартиры, где, наверное, живут люди. Не, а им тут круто.